Так, это последний раз, когда я иду в поход. Я устал, есть хочу. И, кажется, хожу кругами. Стоп, стоп. Посмотри-ка. Хижины. Может, там кто-нибудь подскажет дорогу? Или предложит поесть. Раскачивайся взад и вперед на ветке или на шесте. Нажми кнопку «Прыжок» во время раскачивания, чтобы разжать лапы и полететь. Спаси всех жителей деревни! Спасибо, что спас меня! Вам кто-нибудь что-нибудь говорил про панду? Никаких панд. Лучше поторопись. Если что-то помешает возвращению Тайлуня, сестрички Ву из наших шкур себе шубу сошьют. О, вы сказали сестрички Ву? Мастера крученого удара 12 лап. Ой, ну и ну. Победи, сестричек Ву. Ударь по дереву, чтобы его... Спаси! Спаси!
Спасибо, Шипо! Спасибо, что спас меня! Поздравляю, Найд. Поздравляю, найдена фигурка богомола. Тебя. Поздравляю! Найдена редкость. Как вкусно пахнет! Я пропустил обед. Я умираю с голоду. Извините, тут есть кто-нибудь? Я слегка заблудился и проголодался. Сестрички Ву. Так-так-так, смотри, кто у нас тут сестричка. Большой заблудившийся панда. Как грустно! Да, и голодный, к тому же. Что мы можем сделать? Как нам помочь этому большому заблудившемуся панде, такому голодному до информации, что он шпионит за нами в нашем лагере? Чего? Может, нам помочь ему отыскать верный путь? Спасибо. Дорогу как-нибудь сам найду. Большой, грустный, заблудившийся панда говорит «до свидания». О, отлично! Карта! Может, теперь я найду дорогу обратно во дворец? Thank you.
Легенда о воине-драконе причудлива и полна неожиданностей. Путь воина пролегал через множество испытаний и земель, где он побеждал бесчисленное множество врагов. И хотя поговаривали, что он бредет бескрайними пустошами по следам других малоизвестных, не столь героически павших воинов, его отвага не знала пределов. И его величие тоже, и выносливость. Говорят, он был просто неудержим. Неудержимая боевая мощь непревзойденного владения кунг-фу! Несмотря на то, что мастер кунг-фу страдал от жары, усталости и вдобавок совершенно заблудился, ничто не могло остановить нашего героя. О, я так вымотался. Есть охота. По-о-о. Что? Чего? Поднимайся, воин-дракон! Пришло время тебе исполнить свое предначертание. Мастер Угвай, это правда вы? Конечно. А почему ты спрашиваешь? Ну, вы так странно парите в воздухе и весь какой-то светящийся. Да? И к тому же... Эй! А где вы взяли это печенье? Да, воин-дракон, следуй своим инстинктам. Иди за печеньем. Тайна этого места откроется тебе за печеньями. Следуй за печеньями, воин-дракон, за печеньем. Миндальное печенье. Ладно, печенье, я иду к тебе. Раскрой секрет тренировочной площадки Тайлуня. Если заблудишься, ориентируйся по факелам. Они выведут тебя к лунным камням. Применяй прием панда-колобок для подъема на короткие пандусы. Затем, спускаясь с них, набирай скорость, чтобы преодолевать длинные пандусы. Yeah!
для тебя впервой. Поздравляю! Найден ред. Поздравляю!
Ого! Там есть еще факелы. Давай. Чуть-чуть. Наконец-то! Тайны миндального печенья будут раскрыты! Зачем ты сюда явился? Это ты! То есть, ты это он! Зачем ты явился на мою тренировочную площадку? Ох! Зачем? Я пришел за печеньем. Эй! Эй! Я в порядке! Я в порядке! Ладно, я не в порядке. Уничтожь 8 замков людей. Поздравляю! Ты освоил прием панда-шарик. Чувствуй кунг-фу, детка!
Карты. Стратегически полезные вещи. Класс! С ума сойти! Наперсток Вуджи! Шедевр мастера Вуджи времен 4-й династии. Откуда он здесь? Это для тебя, воин-дракон. Это вы, мастер Угвай? Время исполнить свое предначертание. Так печенье не будет? Эй! Говорят, когда воин-дракон вернулся и увидел, что неистовая пятерка побеждена, мастер Шифу сделал то единственное, что могло остановить Тайлуня. Он вручил воину-дракону свиток дракона. Как мило! Но свиток дракона оказался пустышкой. Чего? Ой, впрочем, если верить легенде, даже невзирая на то, что там было пусто, этот свиток был полон такого глубинного тайного смысла, что никто его не может понять. Просто блеск. Итак, в общем, Тайлунь наступал, и воин-дракон ушел со свитком, решив, что Тайлунь станет преследовать его в погоне за сакральным знанием. Пусть даже в свитке ничего и не было. И оставит деревню в покое. Мастеру Шифу предстояло встретиться с Тайлунем один на один. Ого! Я вернулся домой, учитель. Это давно уже не твой дом, а я тебе не учитель. Ну да, у вас же теперь новый любимчик. Ну и где этот По? Я что, его так напугал? Этот поединок между мной и тобой. Никаких поединков не нужно. Просто отдайте то, что мое по праву. Свиток дракона. Не могу. Stop.
Где свиток дракона? Ты его не достанешь. Посмотрим. Разнесите этот дворец по кирпичику! Задержи Тайлуня. Не дай волкам Тайлуня уничтожить все... Это мое предначертание! О нет! Волки прорвались через задние стены! Волки прыгают с потолка! Падёшь предо мной! Дай мне мой свиток! Это ты во всем виноват! Тайлунь отправил к нам своих лучших бойцов. Свиток должен быть здесь. Поздравляю! Свиток должен быть здесь!
ты меня не остановишь! Конец падет предо мной! Это мое предначертание! Сокровище в безопасности. Но где же Тайлунь? Где-то здесь. Найдите его. Мне нужен свиток дракона. Скажи мне, куда ты дел его, старик? Ты не воин, дракон. Он не для тебя. Лет я гнил в темнице из-за твоего предательства. Отдай мне то, что принадлежит мне по праву. Ты не воин, дракон. Он не для тебя. Довольно! Я сам найду свиток. Прикончить его! Ugh!
Поздравляю! Найдено редко. Ради того, чтобы ты мною гордился! Как ты мной теперь гордишься, Шифу? Скажи! Скажи мне! Все, что я делал, было только ради того, чтобы ты мною гордился! Как ты мной теперь гордишься, Шифу? Скажи! Скажи мне! Все, что я делал, было только ради того, чтобы ты мною гордился! Как ты мной теперь гордишься, Шифу? Скажи! Скажи мне! Эта гордость мешала мне увидеть, каким ты стал. Мне очень жаль. Мне не нужна твоя жалость. Мне нужен только мой свиток. В последний раз спрашиваю, где он? Далеко от тебя. У настоящего воина-дракона. Доволен? Это не твое предначертание.